Всем привет, с вами Топчик ТВ, с вами я, Ксюша. Сегодня мы решили сделать эксперимент над моей куколкой Лол. Вот такая она сейчас выглядит. Вот она. Чего капать с ней? В инструкции было написано, что она меняет цвет на холоде, но мы пошли дальше. Мы решили ее заморозить. Заморозить навсегда. А может и не навсегда. Вот. Интересно, что же у нее изменится. Давайте ее заморозим. Положим в холодильник. Открываем. Открываем. Открываем и закрываем. Закрываем и закрываем. Ну вот, куколка Лол уже в холодильнике. Посмотрим, что будет на следующий день. Всем ку-ку, с вами Топчик ТВ. С вами я, Ксюша. И сегодня настал тут долгожданный день, как мы будем смотреть, что же произошло с куколкой Лол. В прошлом видео мы ее заморозили, а сегодня мы посмотрим, что же с ней произошло, что там поменялось и что с ней случилось. Давайте посмотрим. Очень интересно, что же с этой куколкой Лол. О, друзья, посмотрите. Мы же в прошлом видео замораживали ее в синее платье, но она стала розовенькая. Еще поменялось здесь волосы. Пошлите. Итак, продолжим. Сейчас мы достанем куколку Лол. Сейчас мы достанем куколку Лол. Эх, какая она холодненькая. Ой, как она пристыла тут. Смотрите, какая же она красивенькая. У нее поменяли цвет волос. Итак, продолжим. Что же у нее поменялось? Ну, во-первых, у нее поменялись волосы. Стали они какие-то фиолетовые, что ли. Еще у нее поменялось платьишко. Давайте я вам покручу ее. Вот такая она. Вот, поменяла платьишко цвет. Тут сзади. Вот. Такая вот куколка. Как она тут ездит. Сама по себе. Итак. И да, ребята. Обратите внимание, что у меня появился свой логотип под названием Топчик ТВ. Этот логотип вы можете сделать своими руками. Делается он очень легко и очень просто. Сейчас я покажу вам свою коллекцию моего букетика разных зверюшек. Делала я их сама. Сейчас я их достану всех из бокальчика. Смотрите, какие они классные. Ими можно играть в кукольный театр или просто играть. Здесь есть, смотрите, какая замечательная нутелла. Я бы ее так и съела. И ела, и ела. Тут есть и замечательный енотик. Или кто это? Может быть, котик? Мяу. Еще есть пингвинчик Пороро, очень классный и красивый. Есть такой очень красивый олененок, но такой замечательный, космический. Дальше у меня есть вот такая собачка или кошечка. Кто это, я не знаю. Она, по-моему, в такусе сидит или где это она там, в булочке. Дальше два вот таких вот бутербродика. Кто это, я не знаю, может, мышатки. Кто догадался, кто это, напишите в комментариях. Дальше у меня есть вот такие вот котики. Один мальчик, одна девочка. Мы пошли на свидание. Дальше у меня просто котик есть. Очень милый, замечательный и очень ласковый. Дальше у меня опять такая же собачка.
собачка в такусе или кто-то там. Ну, все равно не знаю. Вот такой котик, который почему-то балдеет, может, ему сосисочек дали, а может и колбаску. Такой кролик и еще один Цыпа. Цыпа, 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 кролик и Цыпа. Вот такая вот у меня коллекция моих вот таких вот, такой вот букетик бумажных и зверюшек. Если бы тут был букет сладостей, я бы все съела. Очень вкусненько и сладенько, и миленько. Ой, друзья, я отвлеклась. Смотрите, какой у меня красивый букетик с зверятками, с нутеллой. Такой замечательный. Очень хорошенький. И, друзья, напишите в комментариях, понравился ли вам мой букетик с веселыми друзьями. А еще напишите в комментариях, понравился ли вам мой логотип Топчик ТВ. Да-да, Топчик ТВ. Ладно, послышалось. А в следующем видео, друзья, мы будем делать валентинку, как наступает День любви. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока! Where did you...